Ребята, нахожусь возле абсолютного победителя охота турнир, город Умань, 20 июля. Это Сергей. Сережа, мои самые-самые наилучшие пожелания, восхищения, и поделитесь с нашими подписчиками и друзьями, и я думаю, что вас будут смотреть все ваши близкие. И сейчас я вижу, что вы прямо дрожите, этот драйв переполняет, как все произошло, и была ли эта победа как бы очевидная в начале, или все-таки все так сложилось? Но очевидных побед, ну, я не знаю, или бывают. В данном случае победа была трудовая, собрались достойные соперники. Здесь нет слабых соперников, и проиграли сегодня только те, кто остался дома. Спасибо, спасибо большое организаторам за теплый прием, спонсорам за прекрасные подарки. За это стоило побороться, и борьба была упорная, никто не хотел сдаваться. Всем, конечно, желаю огромных успехов на этом поприще и не останавливаться на достигнутом. То есть до победы не так далеко, если уже занимаешься этим делом. Если есть желание и есть возможность, занимайтесь, не останавливайтесь, и будет вам тоже такое же ружье. Но сегодня действительно было и очень жарко по температурному режиму, и достаточно, ну, в общем, сражение шло. Среди достойных соперников съехалась вся Украина. Винница, Хмельницкий, Ладыженко, Николаев, Умань, Первомайск. То есть были с Белая Церковь, люди со всех уголков. И это люди во многом уже, я видела, что неоднократно принимали участие. И вы чувствовали, что как бы соперники дышат в затылок. Необходимо было собраться. Что привело к победе накануне? Хороший сон, может, какая-то есть там традиция, настойка каких-то березовых почек, или, может быть, 50 грамм алкоголя? Алкоголь не принимаю, не приветствую при обращении с оружием ни в каком виде. То есть, если есть оружие в руках, алкоголь должен отсутствовать в крови абсолютно полностью. Вот. По поводу сна, перед этим стрелял ночные соревнования буквально вчера, на ногах вторые сутки без сна. Борьба была очень трудовой. Первая серия, были нюансы, надо было подружиться с мишеньками, то есть выбрать какой-то оптимальный режим стрельбы. И заметил, что конкуренты не дают расслабиться, то есть расслабляться в данном случае нельзя было. Пришлось работать, трудиться, целиться и попадать. Ну, я во многих случаях наших победителей замечаю, что обязательно выигрывает ружье тот, кто накануне не спал, либо всю ночь ехал на турнир. Поэтому не только залог классно выспаться, но и, наверное, очень переживать и трудиться, чтобы выиграть долгожданный свой приз и представить, что вы его уже выиграли. Я вам желаю не останавливаться на достигнутом. Я понимаю, что это ружье не для стенда, но в любом случае оно пополнит вашу коллекцию или будет просто даже для развлекательных целей или для той же ночной стрельбы. Сюда можно установить фонарик Alight или коллиматор, вот, и быстро, динамично стрелять. Вам в коллекцию дополнительных побед только впереди, так держать. И, конечно же, мы будем рады встретиться и в других городах, где мы будем проводить турниры. Спасибо вам. Вам большое спасибо за прием, за призы, за позитивные эмоции, которые мы здесь получили. Было очень приятно находиться среди людей, которые думают о том же, болеют одной и той же болезнью, это стрельбой. И все достойные конкуренты, все не хотели сдаваться, все упорно трудились, переживали, нервничали. Ну, кому-то повезло, кому-то нет, но главное не останавливаться, идти к победе, и она придет к вам. Это классный спорт. Приезжайте на наше мероприятие «Охота-турнир». Ну а сегодня «Аллея славы» пополнил еще один победитель с именем Сергей. Спасибо. Спасибо.